Приветствую вас, друзья, и снова на ваших мониторах, экранах и планшетных устройствах, и мобильных телефонах, и да замучиваем. Вот, с вами сегодня Флешка. Привет-привет, и Олег. Привет-привет. Мы рады приветствовать вас в нашем новом мире, который мы спасаем. Возрождаем. Потом кровью. Не, ну кровью это я так слишком сказал, конечно. Ну почему? Я умирала уже несколько раз. Ну и я разок умирал. Ну вот, так что и кровью тоже. И могилками заодно. Да. Так, ты хотела... Я сегодня хочу чуть-чуть в ботанию упороться, потому что я вижу, что это перспективная ветка, мне будет где позависать. Да, а я пойду быстренько, очень быстро, наверное, накопаю тебе... Гравия? Ну, у меня был, конечно. Но у нас сейчас металлов нет, так что малышку делать просто смысла нет еще. Ну, давай так. А главное, что мы знаем, где есть у нас этот гравий. И нам надо сделать Daybloom. Это, короче, фиговинка, которая будет генерить нам ману. Угу. Daybloom. И как она делается? Она делается у нас из двух желтых лепестков, синего и оранжевого. Желтые, синие и оранжевые. Я вот синий вижу, оранжевый вижу, а желтых не вижу. А где-то у нас еще были ниточки, нет? Давай флоралом я зафигачу и попытаюсь добыть желтый. О, один прокнул. Есть. А зачем тебе ниточки? Да ладно. Потом. Не раз. О, сюрпризы. О, и с третьей попытки у нас еще один желтый. Вот так, в общем, просто и добываются цветочки из ботании в этом мертвом мире. Теперь делаем себе... О, не надо было столько, ну, в общем... Значит, два желтых. Я сразу сделаю два цветочка. Хотя нам дадут награду, не надо два делать. Один достаточно будет. И сбросим сюда цветы, вставил. Потому что у меня опять. И нам понадобится семечко. Семечко обязательно. Вот куда пойдут все наши запасы семечек. Так что. Что-то его срубить не могу. Что? Столик. Сифтер. Это сифтер? Они поменяли внешку? Он какой-то странный. Ой, он вообще пропал. Ну ладно. Какой-то странный сифтер, я тебе скажу. Какой есть? Какой-то он странный, число. Так, набираем водички в наше... Это? Я не знаю, постамент, я не знаю. Ну... Нет. Бокал большой гранитный. Чаша. Чаша, да. Кубок. Да, на кубок похоже. Кидаем туда наши эти и... Та-дам! Опять салюты. Как вы меня пугаете. Ну, красивые. Ах, красивые. Ой. Все, забирай награду. Теперь у нас есть Nightshade и Daybloom'ы. А, и нам предлагают выбрать. Давай я возьму Daybloom'ы, а ты бери Nightshade'ы. Или ты уже взял? Я не брал еще ничего не брал. Возьми синенькие, а я возьму желтенькие. Зато мне дали 32 кузнечика. Чего? А, ты просеял что-то. Нет, я просто... А, ты сделал задание с сифтером? Да. Так. Короче, выполни там задание с этим и отдай мне цветочек. О, действительно, сифтер выполнено. А что мне взять? Nightshade? Да, синенькие. Есть. Сифтер какой-то странный. Задание выполнил. Какой-то странный сифтер. Слушай. Сифтер. Реально странный, ребята. Вроде бы я могу позабирать все то, что не мог забрать с заданий. Да? Да. Разлагала книжечка. Да. Ну, то есть, как минимум, я забрал сейчас. Некоторые. Они мне мигают до сих пор, но я не могу, вот, например, забрать. Так, хорошо, ты разбирайся с книжечкой, а я сделаю Wand of Forest. Это палочка, которая позволит нам видеть потоки маны. И для этого нам надо сделать вот такие
Ливингвуд твиги, они делаются из дерева. Ливингвуда. Сколько там их нам надо? Надо 3 штуки. 1, 2, 3. И лепесточков. Какие лепесточки у нас самые нередкие? Странно. Что? Ой, нам еще... Что? Можно сделать кучу книжечек и выполнить задание. Смотри, какая у меня палочка. Ага, да. Красивая. Сейчас корявая. Да, и у нас опять флорал. А ну давай проверим сейчас, тебя выкинет или нет. Не надо, не надо, пожалуйста. Не выкину. Значит, все-таки от того, что ты меня ударила. Все-таки защита сервера. И еще... PvE-сервер такой. Да. И нам предлагают сделать Diluted Mana Pool и Mana Spreader. Так, мне лучше зайти просто в ботанию как мод. И уже здесь разбираться. Diluted Mana Pool делается просто из Living Rock. Сейчас я забабахаю. Мы тут нафигачили этого Living Rock. Та-дам! И Mana Spreader — это штучка, которая будет перенаправлять потоки маны. Где же он? Я его не вижу. Mana Spreader. Оно с лепесточком делается. Еще один какой-то лепесточек. Возьмем синенький. А, потом есть Redstone Mana Spreader. У нас, кстати, Redstone есть. Да? А, действительно, да. Мы же ведьму убили, и мы получили Redstone. Все, то есть мы его сразу же можем на всякий случай улучшить. А, и теперь нам надо сделать обычный Mana Pool. А как сделать обычный Mana Pool? Надо вот этот Diluted Mana Pool окунуть в ману. Для этого нам надо будет 2 Mana Pool'а. И я сейчас сделаю площадку, где будут у нас расти наши цветочки и будут наполнять маной, короче, эту штуку. А, все, ясно, расслабились. Да. Поехали дальше. Что у нас в 5-м? В 5-м тоже расслабились. В 6-м тоже расслабились, да? Но мы... Не, 6-й чего? Сделаешь эти апгрейды, там они, кажется, чисто деревянные. Да. Так, а я сделаю удочку из тростника. Давай? Я сделаю удочку из тростника. Мне бы еще хлам куда-то свалить. Во. Нет. Угу. Угу. Хлам, хлам, хлам. Много хлама. Отсортируем. Я сделаю удочку из тростника. А, ниточки. Там, кажется, 2 достаточно. Ты что-то делаешь. Хорошо. Не буду тебе мешать. Рот. Рот. Тростниковая удочка. Все, я получила, кстати, книжечку. Fishing Breeding. И выпал... А, еще нам надо сделать. Нам надо поймать кода. О, господи. Теперь нам надо поймать рыбку. На эту удочку. А занятие это очень увлекательное и медитативное. Забрасываем. Помимо семян у флешки будет где позависать. Так, если что занято, тоже железо нужно. А че оно так долго не клюет? О, здесь что-то переделано, ребят. О, я видела, как рыбка подплыла. Ты слышишь? Да. Я видела, как рыбка подплыла. Это вообще круто. О, так, рыбалка. Нам нужно много катона. Короче, ты развлекайся. Я нашла свое призвание. Я нашла цель в жизни. Ну, получится только 3. Жалко. Блин, ну долго. Возможно, это из-за того, что это кузнечик. Это из-за кузнечика, да. Да, я сейчас попробую яблочки просеять. Из яблочек получатся червячки. Мне кажется, что червячки круче. Вот, поплыла рыбка.
Прелесть какая, ребята, это вообще шикарно. Ну, то есть, как она реализована, это прикольно. Но то, что она так долго, это вообще не прикольно. Потому так, что... Так, я больше нигде не вижу... Что? Котон нужно высадить. А ну, собери быстренько все, сейчас ночь, никто бегать не будет. Что собрать? Дудочки свои. А может не надо? Ладно, я же соберу все, а у меня здесь пшеничка выводится. А, пшеничка не собралась. Хорошо раз. Ну потому что до нее не достало, она достала только вот по этот ряд. Как-то так фигачнуло. Так, я попробую просеять яблочки. Так, здесь. Ну, тут куда смотрела? А как сифтер работает? Не знаю, кидай ему что-нибудь. Ну я вот кинула, и он что-то яблоки не берет. Так, мне еще один нужен. Мне нужны две нитки. Мэрикалчер. А ну не удивляй меня. Вот bait worm делается из яблока в сифтере. Сифтер? Ты че? Да. Почему? Почему? Что? Почему? Короче, сифтер на меня не реагирует. Ты какой-то неправильный сифтер сделал. Ну вот, я опять виноват. А я что ли? Ну смотри, он не просеивает. Ну попробуй ты. На. На, поговори с ним. Ты его создатель, он должен тебя послушаться. Просей мне яблочки. О, сумочка. Маленькая. Яблочки тебе просеять? Да. Ну, сумочка. Сумочка это хорошо, спасибо. Не Гуччи, но тоже хорошо. Какая есть? А что, зачем ты этих... Я не знаю, а вот что он не работает? А я не знаю, что он не работает. Это я у тебя хотела спросить. Ну, хорошо, не работает, так не работает. Потом разберемся. Да. А, ну, а, я поймала рыбку нужную, кстати, кот. Разве? Я не поймала такой рыбки. Почему мне засчитало задание? Или это любую надо было поймать? Нам просто надо было живую рыбку. Живые рыбки синим, у них название пишется. Это те, что можно размножать. Вот Nightfish я поймала синюю. Ее можно размножать в фишинг бритере. Короче, сделать вообще ферму рыбы. И мне дадут награду Fluid Tank и Wooden Fish Rod. И тебе тоже. Хочешь зеленую сумочку? Я даже не знаю. Выполни задание. Bigger bag. Апгрейд на бэк. Окей. Так, это в пятом, да? Нет, в шестом. Сколько здесь разделов? О, точно, мне дойдут лайм. Лайм сумочка. О, железо. Но она по тиру такая же, как белая. Да? Зато зеленая. Зато зеленая. Логика. Привет. Она такая же, как белая, только зеленая. Все нормально. Не, ну все правильно вообще-то. Можно сделать void bag. Можно сделать апгрейд для сумочки. Вообще крутяк. Ну, в принципе, теоретически. Оно превратило даже незамкнутый круг. Ну, да. А ты что, думал, что оно только замкнутый круг превращает? А неважно. Вот. Так, ну можно еще сделать какую-то эндер-сумку. А где наша мана? Bye-bye baggage. А где мана? Или тебе надо поставить все-таки мана-спредер? Чтобы на ман... Вот так. О. А теперь дай палочку. Ну, посмотри на этот, и должно показывать, что он куда-то что-то отправляет. Ну да, отправляет. Сюда, в монопул, да? Ну хорошо. А, вот теперь работает. Я почему-то думала, что цветы сразу в монопул отправляют. А он нет. Теперь на цветках видно, что они что-то наработали? Я на них кликаю правой кнопкой, и нового статус пропадает. И что это дает? Ничего не дает. Но просто интересно. Полосочка... О, есть. Есть, есть, есть. Значит, правая кнопка это типа изучить, наверное. Чуть-чуть маны есть. Ну, пускай набирается. На. Чуть-чуть маны. Тут что плохо, что здесь нету
как бы какого-то числового значения количества. Тут чисто на глаз по полосочке определяешь, сколько есть маны. Но пускай набирается, нам потом надо окунуть вот этот... Кстати, можешь забрать награду и получить удочку тоже хорошую. Что у нас еще есть? У нас есть какой-то пустой раздел, 10-й, кстати. И следующее задание, это у нас Fish Feeder и Fish Meal. Я пока тут покопаю немного. Это ж Майнкрафт. Оно мне предлагает, короче, взять эту живую рыбку, запихнуть ее в танк и кормить ее там. Кормить ее чем? О, едой рыбной. Рыбная еда. Еда для рыб. Как-то так. Ну, давайте я поэкспериментирую сейчас. Возможно, воды туда надо набрать. У меня есть живая рыбка. У меня есть ведро. И я сейчас посмотрю, как сделать еды чуть-чуть для этой рыбки. Что рыбки едят? Корм. Корм. Да ты что? Ты серьезно? Корм? Мой фанат, я фанатею по капитану. А, фишфидер. А, это фишфидер, это, короче, о, это такая конструкция. Конструкция. Ну, попробуем сделать эту конструкцию. Тростник у меня есть. Палочки у меня есть. Очень такая замороченная конструкция, я тебе скажу, фишфидер. Итак, нам надо 6 вот таких викеров. Почему ты не раскладываешься? Мне не нравится то, что оно не раскладывается. Я не виноват. Да я верю. Я нормально настроил сервер. Сама говорила. Да, да, нормально, да. Теперь он меня выкидывает каждый раз, когда я пытаюсь тебя ударить. Ну, это еще не проверено, можем проверить. Я не хочу вылетать. Как-то так. Сейчас я таким корявым способом это все раскладываю, потому что оно почему-то через shift-click не хочет. Все, 6 штучек есть. А на воде спаунится зомби? Ну. А, нет. Ну там же нет желтого красного крестика. Теперь мне надо сундук, и мне надо 2 рыбки. Мне, наверное, надо еще одну рыбку поймать. Сундук сделаем из мертвого дерева, потому что я его нарубила. Да. Обычно лучше не тратить пока. Хотя я его спалил немного, но. В смысле? Спалил. Ты жёг обычное дерево? Да, чуть-чуть. Ужас. Так, я обкатаю удочку, то, что мне дали по заданию. Я надеюсь, она чуть-чуть быстрее. Нет, она такая же медленная. Ты просто понимаешь, что нужно мне рыбачить. Вот не надо, не надо. Девушки тоже любят рыбачить. Вот не надо вот этого, как это, сексизм, да? Это сексизм называется? Да. Хорошо, сексизм. Не надо сексизма. Все, я сделала фишфидер. А что теперь мне надо сделать? Наверное, еду. Я сделала как бы фишмил. А с чего делается фишмил? А фишмил делается как бы из самих рыбок. То есть мне еще рыбку надо поймать. Чтобы поймать рыбку, надо поймать рыбку. Ну ты понял? Ну, правильно. Не вся рыбка как бы кушает хлебушек. Некоторые кушают и других рыбок. А, кстати, да, мы можем ловить на хлебушек, не только на кузнечика. Мне кажется, что кузнечики — это самая плохая наживка из возможных. А на хлебушек как? Есть книжка какая-нибудь, чтобы почитать? Что почитать? Просто вводишь в ней собачка Mary Culture, и там смотришь, там есть целая строчка наживок. Червячок, дела дрова. Окей. Так, я сделала 8 кормёжки. Все, я выполнила задание? Нет, я basic cooling upgrade. Но это я уже не сделаю. Наверное. Рыбки разные. Cooling.
Так, значит, через basic. Basic. Ожерелье можно делать разные, да? Так. Петлички. А basic cooling upgrade. Он выглядит как-то иначе, чем мне показывают. А вот он. Basic cooling upgrade. Оу, нам надо снег. О, железо. Все, до свидания. Я это задание. До свидания, да. До свидания. Когда мы дойдем до железа? Я не знаю. Я прям жду этих эссенций. Давай я вот здесь поставлю эту штучку. О, а что она сразу с фиш-ойлом? Я думала, она пустая будет. Я хотела туда рыбку запихнуть. А у тебя тенк тоже с фиш-ойлом? Да, фиш-ойл. 16 ведер, короче, рыбьего жира. Очень аппетитно. Хорошо, я не сложу это все сюда, потому что сюда ничего не влазит. Я сделаю еще один сундук. Я не знаю, как мы потом этот... Для того, чтобы был мана-пул, это нужно наполнить его, да? Ну, чуть-чуть наполнить и потом окунуть туда другой. Угу. Так, все здесь. Есть тут куча всего. Что, маны наработалось, да? Ну, чуть-чуть, да, вон, на донышке. На донышке? Ну, давай попытаемся. О, ты смотри, как я на пузырик опускает. Ау! Эй, ты чё? Ты должен был туда окунуться. Если кинуть просто. Вот так. Я не понимаю, как. Я не понимаю, как. Да кинь просто, кинь. Да. Есть. Ой, опять салют. Так, я беру темное, а ты светлое. Да? Да, что? Награду. Сейчас. О! Да, я беру светлое, это темное. И что у нас? Что у нас открылось? Что у нас скрылось? Эссенция, да. Да, эссенция открылась. Давай посмотрим, как ее делать. Это точно что-то на ботании завязано. Essence seed. Да, проще через seed искать. И essence seed. Это нам надо... А, нам надо обычную семечку бросить в мана пул, и мы получим уже крутую семечку. Или все семечки. Все. А, да, мы рассказывали или нет, что у нас как-то стык биомов, и когда в одной части дома дождь падает, в другой не падает. То есть всегда можно найти себе уголочек по настроению. Да, я как-то об этом не задумывался. Видишь, какой многофункциональный дом, и скоро здесь будут сундуки просто везде. Да. Просто везде. Беспорядочно натыканы с беспорядочным лутом. Давай, мы вернулись. Пока у нас там... Подожди, да. Давай я расскажу про то, что мы... Я? Почему мы? Короче, это опять мой косяк. Надо было поменять монопул, и я поставила еще здесь эту гидро... Короче, эту водяную цветочку, она кушает воду и дает ману. Вот, видите? Вот, нам нужна манна. Для, знаешь, для чего? Для манна перл. Нужно эндер перл один кинуть туда. И... Ну так вот, что а ты говоришь... Подождёт. Не, ну все равно. Ну да. Ну как подождет? Нет, ну семечка подождет. Нет. Алтарь важнее. Нет, ну зачем важнее? Нам алтарь? В нем мы будем делать эссенции. А потом следующая сразу за ним семечко. Это дня три подождать всего. Нет. Пожалуйста. У меня молоток есть. А, видно, ты молотком меня стукнул, тебя выкинул. Убери кокос рук. Убери. Я не хочу. Да я шучу. Я не любитель таких ласк. Ну, еще красный крестик, да. А давай еще один цветочек. В общем, вот вы слышали радости, как вчера с тростником. Я прихожу с кофе. Слышали, вы меня услышат. Я прихожу с кофе, сажусь, и тут только слышу в наушниках. Олег. С чем ты приходишь? Кофе. Я кофе себе сделал. Ай, я услышала букву М в конце и такая, что? Может, ты услышала, не знаю. Линчевать. Давай, я бросаю. Давай. Может, все-таки жемчужину? Ся! А ну, жемчужину попробуем. Нельзя.
Нет еще? Для жемчужины. Ну вот, жди жемчужину. Я доделала вот это. Ну, вы поняли, ребят. Я еще две водяные добавила. Нет, и они, походу, не кушают это. Тогда их поставить рядом. Три штуки в ряд и просто обнести водой. А еще я вычитала, ребята, я тут тупила, а потом вспомнила. Разработчики сделали просто замечательную книжечку. Открываем сюда, заходим в generating flora, то есть те цветочки, которые будут генерить нам ману. И получаем весь список цветочков. У нас здесь Day Bloom, End of Flame. Да, на, вот тебе. А. Сейчас. Я тоже хочу глянуть. Вот. И там я прочитала, что вот эта цветочка работает от стоячей воды. От стоячей воды. А когда еще дождик падает, так она еще больше производит маны. И все как бы замечательно. И да, я уже Олегу говорила, что вот эти штуки я ставлю строго перпендикулярно, потому что вращать их под углом у меня не получается. Это как с лечом, короче. Я полгода мучилась, чтобы понять, как отбивать эти штуки у него. Блин, вот слушай, теперь... тут столько всего. Да там вообще столько всего. Там можно сделать цветочку хоппер, цветочку, а которая будет... даже колец Вов позавидует. Да, я очень хочу... Ты знаешь, от каких колец я страдаю? Короче, от кольцо магнетизма. Я очень люблю, когда все ко мне притягивается, не надо ни зачем бегать. Вот когда что-то вывалилось, не надо за ним там бежать. Я очень хочу вот это колечко. Тут это... много всего потребуется нам, даже Незер Кварц. Вот, есть еще цветочка, которая от лавы работает, и можно, например, сделать генератор лавы из Blood Magic, и цветочка, которая будет эту лаву кушать, и в результате силой монстров мы будем наполнять манапул. А еще есть цветочка, которая руды генерирует, но она очень сложная. И она очень много. А еще есть зачарование. Еще есть пилоны, короче, которые возле энчантера ставишь два пилона, и они работают как 16 книжных полок. Ну, вообще ботания шикарна, ребят. А что за знак вопросика? Где? Когда наводишь на что-то. На меня наведи, и не будет. Возьми книжку в руку просто. Наведи на меня, ничего не будет. Наведи на цветочек, будет знак вопросика. И как-то я пробовал клацать. А, через Shift попробую, через Shift не пробовал. Да, оно открывает именно ту страницу, на которой описывается предмет. Офигеть. Это просто... А я тут, короче, туплю, строю догадки, как же работает этот цветочек. А надо было просто его поставить, и Shift-клик, и оно... все, и оно открывает, что оно делает. Вот вода 3x3 производит ману. И, короче, работает лучше в дождик. Все очень просто. И мы сейчас ждем. А, мы можем выполнить задание то с семечкой. Что я туплю? Я семечку сделала и радуюсь. И следующее задание нам надо получить из этой семечки 2 Essence Dust. То есть ее надо посадить, и чтобы она выросла. Ну, выросла, это уже дело такое, как бы... наживное. Это надо подождать. Да, кстати, я молоточек тоже сажу. Сейчас я посажу ее как бы в уголочек, чтобы она... Ну, а тут дождь идет, вот вы сейчас можете наблюдать. Тут дождь, а тут нет. Ну вот такой у нас хороший дом. Вот здесь хорошо, а там как бы влажненько. Кто что любит. Здесь хорошо, а там влажненько. Это вообще идеальное разделение. Вот я посадила, она здесь растет. Ну вот они мутировали, и там крутые семечки. Надо будет потом перебрать эти. Да, надо будет пересаживать. То есть этот последний ряд пересадить на первый, да, я так понимаю? Да. И пшеница. Ну... Не трогай пшеницу. Ты сейчас весь инвентарь забьешь себе этими семенами. Нам самое главное, что картон есть, и все. Вот, значит, здесь мы ждем, пока это вырастет. Ну что, уйдем за кадр, пока оно вырастет и наберется мана для мана перлы, да? Да, я, кстати, бочку приспособил. Кстати, у нас же... А, ну блин. Семена-то разные. Семена очень разные, да. Не получится. Да. Ну хорошо, мы идем на ожидайку и вернемся к вам, когда уже все практически сейчас, будет погоди, готово. Погоди секундочку. Нет? Погоди что? Секундочку. Погождаю. Уходим на ожидайку. Уходим.
Мы вернулись, и что мы наделали? Мы сделали две эссенции, и у нас даже разрослась эта штучка, и в результате мы получаем 4 еще семечки и эндерперлу. А отлично. Тебе тоже? И тебе тоже дадут, да? Да, у тебя дадут. Есть инвентарь? Да. У тебя есть инвентарь. Ну, ты меня понял. Отдай семечки. Я тебе дам жемчужину, а ты мне семечки, на. Так у меня есть две уже. Все. Ну, в общем, я сейчас еще одну жемчужину куну. Туда ее кинуть просто, да? Да, просто бросай. Оп. О, у меня телепортировал. Потому что ты правым кликом ее бросил. Ты просто через Q брось. Q. Ты ее просто использовал. Не попал. Встань с моей стороны. Есть. И теперь есть, ты с да. этой штучки что сделаешь? Это в каком разделе? Я что-то опять потеряла. В том же самом... Нет, в четвертом? Третьем? Втором? Нет. Четвертый. Третий. Ты сейчас будешь делать рунический алтарь. Я хоть посмотрю, как он делается. Да, легко. Руник алтарь. Он делается из ливенрока и манаперлы. Манаперлу поставить? Где-то здесь поставь. Вот здесь. Вот здесь. Ну, вот так. Ой. И что-то мы там будем с ним... Ой, отдай! Блин! Что ж я все отдаю-то? Ну, короче, и мы там будем делать всякие вот эти семечки, да? Да. Я хочу награду, У нас еще по 2 маноперлы получилось. И задания открылись, короче. Рун нужно сделать много. Руна воды, руна всего. О, господи. Нет, ребят, этим мы займемся уже в следующей серии. А между сериями... Ой-ой-ой. Да, там все очень страшно. А, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Руны, все очень страшно? Очень, особенно вот самое первое даже. Железо. Просто железо. Дальше мы без железа мы ничего не сделаем. А ну давай посмотрим в первой ветке. Вот мы сделали это задание, и у нас открылось задание на Nature Seeds. Сначала я в ней посмотрю, как оно делается. Nature Seeds. У нас даже будет задание яйцо сделать. Дальше все уже мобы пойдут. Nature Seeds — это, короче, essence с... В общем, я опять буду упарываться в этом. В эгрикрафте. Weak Infusion Stone. Первое задание. В каком разделе? Во втором. А как его сделать без алмаза? Ну, как-то можно. Ой. Из маноперла и просто эссенции. Да. Все. Значит, между сериями что мы делаем? Мы огородничаем. Огородничаем. Нужно, значит, еще построить огородов чисто под нужды. Под нужды страждущих. Да. Вот, и здесь у нас уже распространяется. И видишь, эссенция, кстати, распространяется куда охотнее, чем, например, та же морковка. Да. Так быстро очень не распространялась. Так, да. Быстрее даже вот это вот. Катон. Не мог вспомнить. Катон, вот. Смотри, как быстро распространяется. Вот это вот, ну... Будем выводить крутую семечку 10-10. И размножать, потому что эссенции понадобится очень много. Предлагаю сейчас за кадром построить еще одну такое поле, но уже там. Там? Там. В другой комнате. Хорошо, в другой комнате. Блин, это так прикольно звучит. Хорошо, в другой комнате. На этом все? Да, все. Мы вообще сегодня очень что-то долго. Да, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, потому что я знаю, вам это нравится. Потому что нам очень нравится. С вами сегодня была Флешка. Пока-пока и Олег. Пока-пока.